Здравствуйте, мои дорогие! Я продолжаю разбирать коробку, купленную с бусинами оптом за 2000 рублей. Это уже вторая часть. Вот это стекло крупное, которое мне попалось в этой коробке. Разной формы, разных расцветок. Ну, довольно хорошего качества. Поцарапанные бусины. Ой, извините, я выбросила. Так, еще раз прошу прощения, что на полотенце показываю, потому что я в Питере в гостях. Вот как говорится, что нашла, на том и показываю. Вот такие бусины. От браслетов с двумя отверстиями. Тоже разные были, видимо, браслеты. Вот. Вот столько. Я думаю, что это гавлит тонированный. Но для украшений пойдет. Тем более в таких количествах. Вот такие аметистовые. Посмотрите, какие длинные. Тоже буду думать, что из них сделать. Они вот есть такие неровные края у них. Ну, посмотрим. Применение все равно найдется. Вот такое целое богатство. Имитация янтаря разного цвета. Это тоже все бусины с двумя отверстиями. Это были браслеты. Вот. Я очень часто, когда делаю сутуары, то внизу, вот здесь, да, сам сатуар идет, а здесь, ну, такие, как кисточки из бусин делаю. Так что мне вот эти бусины с двумя отверстиями очень нужны всегда. Вот здесь, смотрите, индийский агат. Вот такие вот зеленые. Такие вот красивые. Красивые. Да, у меня тут помощник пришел. Что ты там? Что ты там нашел? Данте, вот такой у меня помощник тут. Маленький. Маленький четырехмесячный щеночек. Так, не нашел ничего интересного. Ушел. Так, ну это оникс. Две штучки только. Так. Данте. Вот такое, вот такая бусина. Розовый кварц. Одна, а нет, две. Две штучки розового кварца. Так, ну это лунный камень, серый, синий. Тут много их. Так, что еще? Вот такой был маленький браслетик. Так, он уже кошку гоняет. Данте, сейчас я его выпровожу. И много гематита. Есть еще вот таких две бусинки. Ну, это стекло, наверное. Мне кажется, что стекло. Да, стекло.
Ну, в общем, как материала просто много и хорошего, и очень нужного. Очень удачная была покупка. Я и сама не ожидала. Вот такое стекло разное. Разного цвета. Тоже хорошее стекло. Так, и вот такая вот имитация тоже янтаря. Вот такие вещи тоже иногда нужны. Для того, чтобы, например, облегчить какое-то украшение, которое получается очень тяжелым. Или на шарф колье. В общем, тем, кто делает украшения, такой материал всегда пригодится. Вот такие бусины. Вот даже не знаю, что это за камень. Вроде бы и на шунгит похоже. Не знаю, мои хорошие, может быть, кто знает? Напишите мне, пожалуйста, что это за камень. Ракушки. Тоже пригодятся на летние украшения. И вот такие вот крупные. Не знаю, девочки, что это. Или что-то крашеное. Не знаю, мне кажется, это ракушка крашеная. Да? Ну, не жемчуг же. Но все равно красивый. И вот такой пакет стекла. Я его... Тут попадается и фурнитура. Но это я уже буду дома такую мелочь разбирать. Да, мои хорошие, я живу в Крыму. Мне еще все это нужно довести из Питера. Тоже разное, разное, разное. Все пригодится. Вот такие бусины тяжелые. Они крупные, вот эти голубые. Прям тоже, видимо, были какие-то украшения. Все это я покупала на Апраксином дворе. Магазин называется «Сафари». Это если зайти с Садовой улицы, Сенная площадь, метро. Вот. Выходите, идете направо, доходите до Апраксина двора, заходите туда и идете прямо. И буквально, не знаю, сколько там, минуты три, наверное, и справа будет магазинчик. У меня есть видео, недавно я снимала, как я ездила на Апраксин двор. И там я сняла этот магазинчик. Там очень понятно, очень приятный. Там мужчина работает. С ним прям можно договориться. Так, смотрите. Перламутровые бусины. Вот они, у них отверстия здесь. Такие крупные, разных цветов. Вот, а вот этих... Вот этого перламутра, это тоже с двумя отверстиями на браслеты. Ой, девочка, у меня их, наверное, штук 100.
Я их даже не повезу все с собой. Ну, очень много. Мне вот их прям не нужно столько. Вот. Если кому-то нужны вот такие вот бусины, пишите мне. Я их оставлю у дочки, потому что, ну, тяжесть лишняя. Вот. Если что, договоримся, вам отправим. Я просто, ну, я не ожидала, что их будет такое количество. Вот именно вот этих белых, вот таких на косточки похожи. И вот, вот таких вот. Таких. Вот таких вот очень много. Вот такие бусины. Перламутр. Вот, смотрите, вот сердолик. Смотрите, какая. Так жалко, что одна. Вот эти вот они покрашены сверху, и в коробке было много, люди рылись, и ну, они уже все такие пошорканные. Видите? Ну ничего, я их ацетоном отмою, они будут беленькие. Вот такая вот бусина. Кабошоны здесь. Вот такая вот бусинка. Вот такой вот кабошон из серого агата. Надо вот эту штуку снять. В общем, тут работы непочатый край. Какая большая перламутровая. Еще в этой коробке попалась вот такая подвеска здоровая, перламутровая. Но у нее, видите, отверстие не по центру. И она, если ее подвешивать, она криво висит. Ну, может быть, что-то можно и придумать. Ну, если не придумается, пойдет куда-нибудь на декорирование чего-нибудь. Вот такие бусины. Вот это авантюрин, агат. Ну, в общем, посмотрите, какие огромные бусины. Это стекло, мне кажется. Мне кажется, это стекло. Не камень. Просто тонировано синим цветом. Ну и последний пакетик. Это попалась фурнитура разная. Стразы вот такие вот. Подвесочки. Такая вот подвесочка из темного металла, там бусина внутри. Вот такая копейка с мышкой. Подвесочка. Это синего стекла подвеска. Ну, в общем, змейка из камня сердца. Это очень хорошо на шарфы колье. Такие сердечки идут. Ну, в общем, шапочки для бусин тут всего по чуть-чуть. Дельфинчик, подвесочка. Кабошончики. Перламутровая вот такая пластина. Не знаю, куда-нибудь для декора пойдет. Вот, и цепочки. Ну, цепочки в основном, знаете, кусочки какие-то крупных цепочек. И в основном удлинительные цепочки с замочками. Вот и замочки попадаются тут. И цепочки удлинительные, что тоже всегда нужно. Ну что, мои дорогие, вот я вам и показала.
свою удачную покупку на Апраксином дворе. Кому понравилось, смотрите, увидите, что из этого я буду делать. Делаю я украшения в единственном экземпляре. Украшения разные. Длинные, короткие. Чокеры с каучуком. Разные. Что мне придет в голову, я не знаю. Но стараюсь украшать этот мир. Украшать женщин наших красивых. Очень я это люблю дело. Еще я делаю из цемента кашпо, фигуры для сада. Да и просто люблю декорировать все, что под руку попадет. Так что давайте с вами дружить. И спасибо всем огромное за внимание. Пока-пока, мои дорогие.